Eu vreau să vă rog să nu plecați. Odată de 8 ați votat o decizie ilegală. N-ați fost la fața locului. Восьмого числа за нашей спиной у нашего двора, который до этого отхватили полдвора, еще вы проголосовали без того, чтобы выйти на место и посмотреть, что вы у нашего двора еще копанули. Нам остается один тротуар. Меня не тех 6 человек проголосовали. За, 3 против. Да сколько можно, в конце концов? Жалобы. Вот поэтому мы и предлагаем. Послушайте, посмотрите, технопункт продан муниципальным советом, написано, что это частный жилой дом. Где находится Фасалоковый? Я вчера был там, наверное. Слушайте, теплопункт, и вы написали, что это частный жилой дом. Пермулату граду в индуту до паспальна. А му умагает, что конструит кинбай, угнера мои, лукраны Москва. Что конструит петру в носу, чем на поликлинике, на магазин. Крема Петрова, там что конструит, что конструит ишьян. Но комфорт проектует, а по нету. Если бордюр, если попашет, а му выездат инка, да щенай бы, мама, Дракулы. Да, блядь, идиот! Вас нахрена вообще выбирали, столько лет выбирают? Вы обязаны выходить на место, документировать все, фотографировать, составлять акт, приходить докладывать слушателей. Он должен был по проекту вот здесь забор. Мы должны получить проход. Проход забрал, здесь до этого деревья все вырубил. Поставил, теперь еще хочет, еще два раза. Этот двор тоже так продан уже вашими решениями законно. Это мы выходили. А вчера выходил, а уже решение 8-го вынесено. Мы еще не получили прочий сгорвал с 8-го числа. Я не уверен, что оно проголосовано. Проголосовано? Надо видео посмотреть. Вы видели видео? Да. И там... Проголосовано. 6 за, 3 против. Все, прошло. Ну извините меня, пожалуйста. Так работали все годы здесь. Что в комиссии? Это не значит, что в совете, если что-то не так. Да, это не знаю, это все значит, что в совете будет то же самое. Вы мне не рассказываете. Не надо мне рассказывать сказки. Вы здесь изначально принимаете, а там уже все, там уже вот так проходит. Майя Петровна, вы не несите. Ну, оно ласворот. Не, ребята, не пройдет. Мы поставили вопрос. Мы его зафиксируем.